Доброе утро. Мы по традиции из постели в океан. Сегодня день рождения нашей Софийки, нашей модельки. Нашей модельке сегодня 9 лет. Она такая взрослая. Как бы договориться с жизнью не уезжать отсюда? Ух ты, вот так цвет. Класс. А, я снимаю. Не показал. Надежда, сейчас очень ответственный момент, Надежда. Так. Закрой последний глаз. Глазки. И вытяни руки. Где да. Ручки? Ну? Это тебе от Златика. Класс. Ну все, малыши, я выключаю видео. Пока-пока. Пока-пока. Я расколол кокос, и теперь мы знаем точно. Мы провели эксперимент. Он формируется так же, как и грецкий орех. То есть есть некая оболочка, пока он молодой, она зеленая, вот, а внутри уже твердое ядро формируется. А внутри ядра, вот здесь, если присмотреться, есть кокосовая масса, вот эта белая, она здесь совсем молодая еще, на желе похожая. Внутри было молоко кокосовое, мы вылили, но ценитель молока только Надежда. Да. А я можно еще расскажу о наших гипотезах? Так. У нас вчера был разговор, мы выдвинули гипотезы. Как же появляется коричневый кокос, который все едят? Наши друзья выдвинули гипотезу, что это вообще другие пальмы. А я сразу наш сказал, папа сказал это. Сразу, что кокос тот формируется внутри. И у него он развивается по структуре грецкого ореха. То есть вот это... Зелень, она вот потом... Вот, уже потрогай твердую оболочку, покажи. Да, уже твердая оболочка здесь почти созрела. А потом, когда вот эта вот зелень, да, она высохнет... Скорее всего, вот, да. Вот эта твердая оболочка наберет силы, мам. Станет коричневой, а внутри мякоть станет более объемной. Более толстой и плотной, да. Мам, я пошла спрашивать. Ну, молока не останется, наверное, уже внутри. Да, но здесь много молока было. Наверное, целый стакан. Стакан молока был здесь. Так что мы кокос подробно изучили. Да, мы сделали целый научный эксперимент. Это молоко, это вода кокосовая. Оно называется кокосовое молоко. Да, кстати, давай я сниму кокосовое молоко. Угу. Вот оно с волокнами, почти как вода. Чуть-чуть мутное и волокна белые. Короче, березовый сок, да, почти? Сладковатые. Говорят, что очень полезные, кстати, очень полезные. Да? Я не знаю конкретно, не помню свойств. Ну, вот. Но я думаю, для пищеварения оно очень полезное. Закуску надо? Сейчас завтракать. И после завтрака мы в океан. Покажем Софийке рыбу. Мы же сегодня с тобой плаваем. Да, я собрал всевозможные маски и очки. 4 комплекта. Все, что у нас есть. Рукавники на месте. Да, уберите на балконе все, что нужно убрать. Без рукавников мне будут руки толчать, я не хочу. Не будут, совсем не будут, вот увидишь. Там все плавают над поверхностью воды. Главное, чтобы лицо и маска, лицо с маской были под водой, чтобы видеть, что под водой происходит. Все, ты должна плавать над водой, как и все остальные. Нырять никуда не нужно,
На рукавнике самое подходящее. Ну тогда ты со мной можешь быть на поверхности? Естественно, я вас одни же не пущу туда. Да. Океан, да? А себя одного пустишь? Себя я всегда везде пускаю. Я же большой. Ну-ка, покажи, Софика. У нас есть вот такой справочник. Блокнотик. Справочник. Разверни, покажи. По рыбам Мальдив мы специально приобрели. Мы теперь изучаем. Молодец, это очень интересно и важно, я считаю. Сегодня мы видели вот такую вот мурену. Да, мы мурену с Софикой встретили сегодня. Так, сегодня кого мы встречали еще? Черный, Пикассо, конечно. Рыба Пикассо, рыба моя Пикассо, любимая. Рыба Пикассо, носорога. А где наш носорог? Долго искать. Давай. О, какой у нас справочник, так, гигантский. Сейчас покажу. Вот. Не одна сотня, я думаю. Так. Вот его мы видели, да? Кого? Этого? На морского конька похож. Мама, ты сказала, не лосёса! Вот этого. Влад, я снимаю, что за вопли дикий? Вот этого мы как видели. Как называется? Ладно, всё. Так, сейчас посмотрим. Длинноносая игла. Игла. Как кого-то шутца. Угу. Так. Причём у нас задача всех увидеть вживую и всех изучить. Да. Если в этот раз не успеем, вернемся. А вот рыба-тыква. Hello. У тебя голубой. Глатика ты также. Да, у меня голубой. Не розовый. Ага, задача. Волосы не надо, не надо. Софика, кому сегодня 9 лет? Мне еще не 9 лет. Самой красивой девочки в мире. Самой сильной. Мне 8. Папа, когда не исполнялось 7 лет, она тоже говорила, мне пока еще не 8 лет. Ну да, у нее все строго, она молодец, педант. Она знает, что она в 18.50 по московскому времени родилась. Угу. Это, соответственно, здесь будет аж 20.50, около 9 вечера. Угу. Неужели до 9 вечера никаких тусовок? Что, даже не пойдем в бассейн? Даже в океан не пойдем. Шляпка не нужна, такой красотки. Пока не нужна. Ой, это что такое?
начался теплый тропический дождь. Крупные капли, теплые. Сильный дождь. Вкусно прячемся, да? Очень. Передавайте привет. А ты видел акул вот такие, как ты, больше тебя? Вот она. Вот что я упустил, да? Да, и там такие плавают. Они как киты, как будто бы вообще. Ладно, завтра я посмотрю. Представляешь? Окей. То есть там на берегу кормят скатов, а вот около этого ресторана, бунгало, кормят вот этих монстров акул. Ясно. Ой, какая красота вообще. А где торт? Торт принесу потом. А я не знаю, торт будет? В тот раз было красиво. А можно сюда съеду я? Класс. Давай, красиво. Вообще так здорово. Класс. Софика, днем рождения, солнышко. Днем рождения, куколка. Еще подсказываю. Так, у Софии, ребятки, сегодня день рождения. Давайте ее все вместе поздравим, пожелаем ей счастья, здоровья, всего самого-самого-самого наилучшего, чтобы все твои мечты сбывались и все было у тебя хорошо. Диджей, мюзик, давайте все вместе с песенкой споем. Давайте ручки за ручки и поехали. Ну. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Огромное.
тоже.